30 марта, вечер, Макеевка, район Месси. Около часа назад сюда был прилет, разрушен Hyundai Center. Пострадавших, погибших в результате этого террористического акта нет. Единственное, что могу сказать, в помещении, в здании в этом был сторож, который получил хорошую контузию. Дай бог ему здоровья долгих лет. Оперативные службы МЧС ДНР быстро справились с огнем, который был здесь после прилета. Вот. Сейчас обследуют, устанавливают тип боеприпаса, которым был нанесен удар.